Калининском районе Чебоксар уже 7 семей получают ежемесячное пособие. Первенцы родились у них в январе. Выписываются дети почти ежедневно. Наша съемочная группа встречала в 3-м столичном роддоме новорожденную девочку. Первый праздничный наряд новорожденной Насти. Выписка из роддома – волнующее событие для малышки и ее родителей. Девочка в семье Парнюгиных – первенец. Да, ведь вот я смотрю на мир своими глазками. Привет. На маму. Привет. На всех смотрю. Жизнь удалась, да? В комнате выписки не протолкнутся. Бабушки, дедушки, телекамеры. В вашей семье произошло чудо. Вот этот маленький комочек, который будет вас радовать всю жизнь, пусть растет счастливой, здоровой, чтобы вы гордились своим ребенком, а она гордилась вами. И первый документ вашей Настюше разрешите вручить? Поздравляем вас. Так, вам вместе с первым документом и первая правовая консультация. С этого года семьи, впервые ставшие родителями, получают дополнительную поддержку в материальном эквиваленте. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина был установлен новый вид пособия. Это ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка. Размер пособия вот этого составляет в текущем году 8910 рублей. Для получения этого пособия семья имеет право при наличии дохода на одного человека не более 13995 рублей. Семь семей Калининского района Чебоксар уже получают ежемесячное пособие. Документы они подавали в МФЦ или в органы соцзащиты по месту жительства. Единственный нюанс – если обратиться до полугода ребенка, пособие назначают со дня рождения, а если позже 6 месяцев, то со дня обращения. Мы рассчитываем, да, на пособие. Если все получится, то будем рады. Пособие ей понравилось, да? Ирина Волкова, Дина Кустова, Александр Петров. Республика.